Контролеры выявили пассажиров, которые ездили в городских автобусах по поддельным картам ОНАЙ. Момент разоблачения пожилой жительницы, проверяющей транспортного холдинга, засняли на видео. На кадрах отчетливо видно, как школьный проездной тщательно замаскирован под обычный. Известно, что тариф для учащихся в разы ниже, и имея на карте, к примеру, 1000 тенге, можно целый месяц разъезжать в общественном транспорте. Впрочем, нарушительницу ревизоры отпустили, но карту изъяли. В связи с происшедшим в холдинге решили провести проверку маршрутов городских и областных перевозчиков. Внутри.